Так, всем привет, смотрите, кто вернулся на канал. Ее величество Евгения Евгешка сегодня будет менять VVTI датчик на дальней голове, а потом мы ее датчик разберем, развальцуем, посмотрим, что внутри датчика и что там вообще из строя выходит. Так что будет интересно, что, погнали? Так, нужно снять вот эти трубки, вот эту трубку, чтобы добраться до дальнего датчика. Сейчас раскрутим все. Так, снимаем. Вчера, да, маникюр делала? Нет, неделю назад. Повезло. Что, лезет? Угу. Ну вот, один есть. Теперь он тут нижний. Да. Вообще, вот эту бы снять, она мешаться будет. Ребят, есть кусок шланга? У меня есть кусок шланга, я тебе дам. Деревянную. Давай без полетов хомутов над головой. Там изолента, да, похоже? Ну. Подожди. Отцепляй. А, пускай. Да, он капец деревянный. Тяни. Ну, вон кусок уже у нас. Только в руку мне не воткни, от руку, пожалуйста. Нифига себе. Угу. Вот эту теперь штуку отцепляем отсюда. Отодвигаем, и можно долезть до датчика. Это? Да, вот отсюда ее вытащи просто. Шланг. Крути, верти, он вылезет. Все, достанешь? Так, фишечку мы сняли. Теперь откручиваем на десятку и вытаскиваем датчик. Чемпионат мира по срыванию болтов, да? Угу. Евгешка в номинации женское срывание болтов. Только болт вниз не урони. Да, он такой маленький. Крути его влево, вправо и на себя. Он там на резинке сидит. Так, в общем, вот он. Датчик у нас, вот раскинем его аккуратненько, вот в таком состоянии. Сейчас мы туда новый поставим, этот разберем, посмотрим, что внутри. Так, пока ставим новый датчик наш. Если что, запчасти нужны, заказывайте на RX300, есть все запчасти. Так что звоните, телефон в описании, что нужно, доставим в регионы, проблем нет. Вставляем датчик новый. Вот так он плотненько должен туда защелкнуться. Все, закручиваем и втыкаем фишку. Ничего сложного, передний еще проще меняется. Ну и в общем-то собрали все шланчики назад, которые лопнутые были, треснутые, поменяли. Поставили целые заведомо. Датчик стоит, блестит новый. А этот старый, но этот попозже поменяем. Вот, сейчас будем разбирать, смотреть, что внутри. Okay. Так, что, разберем? Нужно развальцевать будет вот здесь вот. И датчик сюда, точнее клапан выйдет. Берем аккуратненько, развальцуем. Некоторые, кстати, так их восстанавливают. Развальцевали, манжеты поменяли вот эти вот аккуратно. Ну, мы не будем аккуратно, потому что этот датчик мы выкинем. Делать его уже не будем. Поэтому развальцовываем смело. Смотрим, что внутри у нас ломается в основном. Так, ну в общем отогнули. Мы, конечно, по-варварски отогнули. Можно это все аккуратненько сделать. Вот эта головка у нас снимается. Вот она. Вот у нас клапан сам.
Видите, он как-то заэтывается. Как будто с заусенцами. Ну, в общем, здесь стоит пружинка внутри. Она тоже бывает западает. Ее нужно чуть-чуть растягивать, эту пружинку. Вот так вот. Все это чистить. Вот, менять вот эту резинку, потом вот эту резинку. Здесь у нас электромагнитный клапан стоит. Электронной части у нас, по сути, электромагнитный клапан. Вот такая вот херня. Видите, все в масле, потому что манжета резинка не держала. Вот резиночка. В принципе, это все вытаскивается. И внутри стоит катушка. Все просто. Короче, все резиночки меняются, и все обратно собирается, и он начинает работать. Как-то так. В общем, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Если нужны запчасти, обращайтесь. Телефоны все в описании.